Да как так, Кэп, меня в этой игре чпокают просто без шансов. Да не ссы, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. Я прихожу к мысли, Ракутагин, что все-таки тушкострельный нубозажим тебе по вкусу. Да, есть такое, правильно говоришь, блин, сказал как ртом. Приветствую вас, леди, джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, вот так, деточка, Макпул, PDRC, Капитан Очевидность и лучшая игра на свете от Astrum Entertainment по версии Astrum Entertainment. Headshot, детка, you are so, да. О, надо же. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. Я заметил, Ракутагин, что каждый раз, когда ты, скажем так, возвращаешься в Warface, в твоем поведении происходят некоторые серьезные изменения. Да. Появляется улыбка без причины и так далее. Да, есть такое, вот так, даблкиллы появляются, сука, душевные мультикиллы, и вообще все прекрасно на этом свете идет. Сюрприз, девочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Я смотрю на твою игру с Макпулом и не могу сказать, что кедр ему сильно уступает. Кэпчик, кедр более универсален, но на ближних Макпул просто рвет. При этом не обязательно целиться в голову. Понимаете, друзья? Макпул на ближних — это имба. Он лишь немного уступает СТК. Минус то, что он не универсален. Да, к сожалению, эта пушка не... тот случай, когда можно сказать хедшот на любой дистанции. Братан, ты же не считаешь, что вот это избиение в одну калитку — это полноценная катка? Ну что ты, друг мой, я все-таки уважаю своих зрителей. Это была не более чем разминочка, а реальный нагиб предстанет перед вами прямо сейчас. Я уж думал, никого нет. Нет, сидит, сидит, красавец. Ага, еще один. Так, интересно, он догадается? Ты на базу. Я не догадался. Да. Братан, хедшот тебе, малыш. Бил ты в глаз или защеку 100 раз? Да иди в жопу. Че за тупости, блин, ты несешь? Сосо Павлиашвили. Хедшот. Вот так. Хедшот получен. Удивительно то, что этот аппарат неплохо распиливает в голову. Ну, вообще, ну как, понимаешь, это тот же случай, что с СТК. Вот так, деточка. СТК тоже не придан. И прочно. Нормал, да. Ну, пока хорошо идет. Пока прям... Ага, я понял. Где ты? Покажись, пожалуйста. Ну, покажись. А, вон он. Ой, какой хитрый, а. А медик-то у них тот еще стратег. Да, стратегия и тактика высочайшего уровня. Правда, это ему абсолютно не помогло, но задумка была годная. Вот так вот. Ну, по всему выходит, скорее всего, они где-то уже у нас на респе. Да. Минус один. Ну, давай. Ага, понял. Где-то здесь сидит, по-любому. Нифига себе, он, короче, дерзкий какой. А я вот здесь прячусь. Вот так, моя хорошая. Да блин. Ракутагин, ну вот как можно так затупить? Да можно, Кэп, можно. Я не на таймер смотрел, я нагибал. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Куда мы все... Офигеть, сука. Вот это я не ожидал. О, вот это ожидал, да. Вот это, братан, хорошо было. Тебе вообще нельзя давать такие пушки. Ты из любой пушки стреляешь только в голову. Это как болезнь какая-то. Тесты вообще не имеют никакого смысла. Не говори под руку, падла. Нагиб. Нифига не нагиб. Хватит угорать. Подумаешь, большое дело, от бедра пострелял. Хедшот. Вот тебе хедшот, понял? Ну ты мой хороший. Да сука. Ну пока что, братишка, я ставлю на сосо Павлиашвили. Ой-ой-ой-ой-ой, нашел кого пугать. 3-4. Ничего еще не решено, сука. Вот так вот хедшот. Никаких Павлиашвили, блин.
наивчик будет. О! Или может все-таки Павлиашвили? Так, хедшот. Ничего, сдюжим. Нас уже больше. Молодцы наши, держатся. Не сливаются попусту. Вот! Вот так вот, ребятки! Команда противника уничтожена. Что ж, братишка, это уже больше похоже на правду. Вот. А как насчет еще раз хорошенечко с Макпулом понагибать? Вот, вот ты начинаешь признавать, что нет никаких сосо Павлиашвили. Ну, я думаю, да. Ведь, как говорится, два нагиба хорошо, а три лучше. Headshot. Да блин, а почему их так много тут было, а? Ну... Вот, нормально. Может, ты все-таки начнешь делать больше одного фрага за раунд? Может, ты перестанешь мне действовать, сука, на нервы? Я делаю, что могу. Это вопрос рандома во многом. Давай. Есть прожарка, успешно. Вот так вот. Ай-яй-яй, драхворстящие корочки, дабл килл. Немножко не получилось. Вот это хорошо. Не, ну отлично идет. Эта катка, конечно, не как прошлое. Тут такого пота нет, но некоторое сопротивление. Так, не ладно. Не-не-не, подожди, надо наглеть иногда. Не-не-не, надо уходить, ты прав, не будем наглеть, не будем. Иногда надо наглеть, иногда не надо наглеть. Оно, знаете, по-разному бывает. Ну, мы на фраге играем, поэтому надо наглеть все равно. Ну что, пацаны? Минус один. Минус два. Давай. Что-то я, друзья, Элиза вспомнил. А, красава, блин, ностальгия. Ну правильно, Элис ушел, но... Но дело-то его живет. Вот так. Итого минус 7 уже в общей сложности. Давай. Вот, минус 8 за раунд. Есть. Попадание на клык, как говорится. О, дабл килл. Шикарненько. Аккуратно, максимально аккуратно. Не надо, не лезь. Все. Ствол годный, но мне кажется, дружище, кедр все-таки не хуже будет. Ну, ты знаешь, капитан Очевидность, наверное, более универсальный, нежели Макпул. Интересно, что будет дальше? Что превзойдет и Макпул, и кедр? Хороший вопрос. С кедром, друзья, предлагаю в ближайшие дни тоже хорошенечко понагибать. Если вам эта идея нравится, оставляйте комментарии по данному поводу. Ну и я от себя надеюсь, что данное видео было в какой-то мере полезным для вас. Возможно, при его просмотре у вас нормализовалось давление, успокоилось сердцебиение, и даже, не исключено, ваши волосы стали мягкими и шелковистыми. Если хоть что-то из этого правда, ставьте лайки по желанию, как хотите. Яки чшите, это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся. Пока.